Вот такая чаща. Вешенок немного, но все-таки прилично набрали. Выходим. Все. Ушли из этого леса. Пока-пока. Сегодня суббота. Уже часа два. Дома не сидится. Вчера здесь вешенок нашли, но уже было темно. Поздновато. Поэтому мы не все посмотрели. Решили сегодня сюда наведаться. Потому что очень интересно. Вчера нам очень здесь понравилось. Но уже было поздно, и нам пришлось отсюда убираться. Вчера это дерево мы видели тоже. Тут и выше что-то растет. Под листьями грибы. Да, это была рядовочка беленькая. А еще вот какие растут. Они до поздней осени. А уже сегодня 21 ноября. Это денежки. Копеечки, калибия. Но они ценности не представляют. Они такие, как трава на вкус. О, какой здоровенный гриб. Что это такое, неизвестно. Он уже все. Вот какие-то. Вот таких вот. Видимо-невидимо. Целый лес. Мы вчера таких набрали для Ольги Ивановны. Она их любит очень тоже. Они и тоже вкусные. Мне такие нравятся тоже рядовки. Их целый лес. Вот их сколько здесь. По всему лесу рядами. Сейчас мы их все соберем. И вон их там сколько. Думаю, мы вешенок еще найдем. Эти крепкие, аппетитные грибы, хорошие. Гатики растут. Их полно здесь, красивые грибы. Вот это вот рядовки синие.